Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы снимаем этот троллинг. А еще у нас есть с Эдисоном для вас маленькая новость. Да, ребята, мы уже очень много раз проводили конкурс на добавление друзья ВКонтакте. Но сегодня, ребята, мы проведем конкурс на сигны в Инстаграме. Ссылки на наши Инстаграмы есть, конечно же, в описании. И 5 случайным подписчикам, которые сегодня на нас подпишутся в Инстаграме, мы сделаем сигны и выложим их в наши Инстаграмы. Вот. Поэтому, ребята, прямо сейчас заходите по ссылочке в описании, переходите в наши странички в Инстаграме и подписывайтесь как можно быстрее. Вот прямо сейчас, и мы тоже же прямо сейчас. Прямо сейчас, и все побежали. В общем, ребята, вот мой троллинг. Чего будет заключаться? Ну, конечно же. Что я, в принципе, мог сделать? Что я мог сделать, если мы пару дней назад летали в Москву, чтобы отмечать Жекина 18-летие, да? Поэтому в этой серии у меня будет Жекина днюха, а точнее, ее последствия. Что было после днюхи? Кто кого побил, кто кого убил, кто кого ограбил? Короче, ребята, вы сами все увидите. Я вам больше ничего не буду рассказывать. Сначала мы пойдем к Жеке, пройдем его троллинг, а потом вернемся на мой троллинг. Поэтому, ребята, давайте, погнали. Ну что, Эдуардо Перециано, вы готовы? Я готов. Пошли, Жека, пошли. Ох, Эдисон, сегодня, в общем-то, будет у меня опять путешествие во времени в троллинге. Тебе предстоит отправиться вот в этой замечательной машине времени в прошлое. Да, в прошлое предстоит отправиться. И давай, Эдисон, отправляйся. А зачем мне туда отправляться? Ну, как бы это сюжет такой, типа ты хочешь сюда. В общем, Эдисон, я тебе дам подсказочку, ты можешь размещать ТНТ только на золотые блоки. Пожалуйста, размещай только туда, а то карта реально вся взорвется. Поэтому, ну, я подумаю, Жек, это такое, знаешь. Давай. Это уникальная просто машина времени, улучшенная версия, так что тебе понравится полет в прошлое. Полетели! Так, хорошо. Все, Эдисон, ты, короче, попал в прошлое. Ты попал в прошлое и прыгай вниз. Да я же могу обратно, как бы. Нет. Ты сейчас стоишь в пространстве, ты должен перепотонуться. Ой-ой-ой, что-то не работает, что-то. Так, disconnected from the server. Давай, Эдисон, давай. Чё за разбойничья читек? А почему они какие-то очень-очень странные? Какие-то они очень... Нет, они тебя бьют! Они тебя бьют, Эдисон, отбивай! В смысле странные? Ничего, они не странные, нормальные они. Тебе нужно пройти, срочно пройти. Как нос-то чешется, Жека! Сейчас умру. Так, мне нож чешется. А как мне пройти? Чё тут такое? Ага. Тебе нужно отгадать код, Эдисон, Откуда? Ты попал в 1300. Подожди. Это я отгадал. Хорошо. Это война! Ты должен тут всех уничтожить, Эдисон, срочно уничтожить! Как я их уничтожу? Рыцари всякие. Видишь, тут рыцари Стефанляндии, рыцари Рагимляндии. Две страны сражаются, Эдисон, быстрее. Две фракции. Так, это что такое? Акт победы. Так, хорошо. Мне всех убивать? Акт победы. Да не, обязательно. Акт победы получил, все, вали, Эдисон, вали быстрее. Сваливай отсюда! Мне кажется... Там кнопочка, смотри, какая-то кнопочка внизу, кнопочка, вот тут. Да какая кнопочка, и что там? Да, сейчас этот Брагим отстанет от меня, так. Ой. Видимо, плохая кнопочка. Плохая, не надо нажимать на такие кнопочки. Давай, беги. Беги к Стефану! Стефан! Так, Стефан! Давай, читай что-то. Подожди. Ты не можешь с ним говорить? Нет, а чё? Отойди, пожалуйста, немножечко, сейчас мы починим. Куда мне? Сейчас, да подожди. Все, давай, попробуй еще раз. Можешь? Так, опа, Стефан, принеси меня к победе над этим проклятым Ибрагимом. И тогда я прибью тебя в армию Стефанляндии, хорошо. Да. Пошел на! Все, я выполнил квест, я его послал. Ну все, вали. Да, опа. О, так. Эдисон, все, ты у нас, короче, появился, знаешь где? Ты у нас появился.
Нет, тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Тебе нужно стоять, короче, это ферма Стефанляндии, да. И тут есть оружейник, который может тебе дать оружие, если ты, собственно, потренируешься и научишься с ним совладать, да. Оружейник, значит, да? Да, оружейник. Иди к оружейнику. Оружейник, так, оружие. Ой, что за звуки? Так, ну ты лох, конечно, но сойдет. Ну спасибо. Уничтожь 10 манекенов, что позади меня, и тогда я вручу тебе амуницию для борьбы с Ибрагимляндией. Так точно! Неправильный ответ, Эдисон, неправильный ответ. Ой, ты пахай. Так, спаунпоинт пропишу, а то я так миллион раз буду. Так, хорошо. Окей. Ты что, думаешь? Нет, неправильный ответ, неправильный. А какой, вообще как бы правильный. А зачем тебе вообще ему отвечать, если ты квест уже взял? Ну ладно. Окей, прикольно. Так, а чё, подожди, а чё мне надо убить 10 манекенов, да? Да, тебе нужно убить 10 манекенов. Ой, хорошо, 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 10. Давай, это просто, это очень просто, давай. 1, 2, 3, 4, 5, ты играешь в MMORPG, давай. 7, 8, 9, 10. Давай последнего. Все, красава, тебе говорится. Манекени, транслитом, хорошо. Все, опа. Так. Эдисон, ты готов отправиться на войну с Ибрагимом? Ты готов? Пошли, я прям рыцарь, я прям... Давай, за Стефанляндию, за Стефанляндию. А почему изначально у меня как бы не было выбора? Может, ты за Ибрагимляндию хотел быть? А так, ну, как бы ты разве любишь Ибрагима? Я думал, что наоборот. Ну хорошо, ладно, хорошо. Ладно, можешь его не бить. Какие вы тут настроили всякие. Так, всё, рыцарь. Эдисон, отправляйся в бой против Ибрагима, против Ибрагимляндии. Ибрагим, за Ибрагимляндию, за Ибрагим. Давай, Эдисон, давай. Ты подкуда, надо за Ибрагимляндию, Ибрагимляндию. Пока это слово выговоришь, с ума сойдешь, Ибрагимляндию. Эдисон, ты можешь просто проходить, ты можешь их не убивать, ну, как хочешь. Давай. Так, подожди, что тут? Золотые яблочки, сейчас захаваем. Ты тут настроил, да уйдите вы в срокотан. Сейчас, подожди. Давай. Мочи их. Всех перебью. Мочи их. Прислужники Ибрагима. Так, сейчас. Так. Все. Ага. Еще один. На паскуда. Не. Так, хорошо. Так, слушай, да сколько ага, ну, Жека, их тут как-то... О-о-о, да. Я реально лучше... Так, а опа, да. Угу. Дверь закрыта. Ну, может, ты тогда найдёшь рычаг, чтобы дверь открыть? Давай, Эдисон, беги, ищи рычаг. Паскуда! Я завалю этого дебила. Давай. Рычаг. Угу. Нет, не подходит. Это, походу, не рычаг. Нет, ломать ты его не можешь. Не-не-не-не. Ага. Ты поищи, может, это найдешь. И что он делает, у меня такой вопрос? Не знаю. Ты поищи, может, ты сундуки найдешь скрытые. Скрытые сундуки, говоришь, да? А может быть не в этой комнате, может быть, конечно. Может, ты в сраку пойдешь. Чтобы убить Ибрагима, нужно как бы постараться. Да не хочу я его убивать. Все в порядке. Ищи. Если где-то вот, мне кажется, тут, да. В атаку, в бой, Жека! Вперед! Да Ибрагим остался всем немножко, давай! Открывай! Паскуда! Проходи, Эдисон, подожди! Подожди, сейчас все бой, какие-то ня там, ня, много ня всяких, подожди! Давай, иди сюда, я сказал! Жека, ня! Так, подожди. Ня! Ой! Ой, а что это такое? Эдисон, знаешь что? Жека какой-то, Степан. Вся семья в сборе. Себя гамадрил, да? На самом деле, я как бы, ну ты правильный вопрос задал. Почему я тебя сюда отправил, да? Ну. Потому что я этого захотел, я это все устроил. И, собственно, сегодня ты падала не куда-то. Я решил просто как бы познакомить тебя со всем семейством. Хорошо. Да. А Жека понял. Это ты, да? Знакомься с ними, да, Жека это я. Вот, короче, Эдисон, можешь оставаться здесь навсегда? Не, я не хочу оставаться. Не. Чё за чёрная магия? Чё за чёрная магия? Почему меня ты пешат? Я сдаюсь. Ибрагим упал, Ибрагим. Берите меня в плен, я убегаю. Ладно, всё, Эдисон, пойдём. Пойдём на троллинг. Стефан, отстанет. Так, пошли. Что, тебе понравилось Ибрагимляндия? Да, Ибрагимляндия, прикольно. Ой, ну хорошо, так, ну настроил давай. Тут замки всякие, гемот 0 включай. Хорошо, я готов.
Ты готова? Ну пошли. Да. Давай, Жека, пошли, давай, быстро, давай, забегай. Каба! Давай, что это такое? Давай! Давай! Всё. Давай, внутрь. О, а что это такое? Туалет? Ой! О, хорошо! Ой. Жека. Ну чё, отпустила тебя, Жека, отпустила, посмотри в глаза. От чего отпустила? Отпустила нормально. В смысле? Так мы только что твою днюху праздновали. Все нормально? Попил. Почему я должна была отпустить? Ну яблочного сока. Ты ж стримил тогда, пил яблочный сок, и тебя просто как вторило. Отпустила, Жека, все нормально? Ну да, нормально. Можем возвращаться обратно в ресторан? Ну да, нормально. Пошли. Только тут, Жека, что-то странное такое произошло, я спросить у тебя хотел. Почему тут моя голова? Тебя что-то лагает. Я еще спрашивал, отпустила, говорил, отпустила. Значит, не отпустила. Какая голова? Да Жека, не отпустила. А что тут вообще было? Что произошло? Знакомые места, это, как я понимаю, Кирилл. Нет, ну тут у чувака калаш в руке, какой Кирилл. Кирилла нет. Ладно, ну да. Кирилла убрали куда-то. А что тут произошло, Жак? Я не могу понять. Я тоже что-то там ходил, за тобой ходил, пошел в туалет, а тут какая-то драка была прям. Кстати, я хочу сказать, что это реальные события. Сейчас я не знаю. Ребят, я вам скажу. Это калаш, да, калаш, я понял. Я вам скажу, весь вот этот, ну почти весь троллинг основан на реальных событиях. То есть так все было на Жаке. Да, правда, калаш сидел. Калаш точно сидел. Ну я не понял, где Кирилл. Где Кирилл? Вот самый главный вопрос. А где Кирилл? Надо Кирилла искать. Это... Нет, это официантка что-то тоже... Ой, где это я? Прилетела официантки. Жека, ты где? Эдисон, где я? Жека, вот я. Вот все нормально, вылезай. Да, сейчас. А я что-то ломаю. Платить штраф будет. Нет, я же вернулся. Жека, мне надо... Мне кажется, надо выходить на улицу. Кирилл где-то там. Кирилла вытащили на улицу, мне кажется, его там побили. Ну ищи, не знаю, выход, я вообще не знаю, что произошло в этом ресторане. Ручку сломали, выход сломали, то есть вообще нереально. Вообще ужас. Я-то это все видел, да. Меня мучает вопрос, где Кирилл. Кирилл где-то на улице, его вытащили прям. Бедный Кирилл, побили и вытащили. Как выйти-то, Эдисон? Ты нажми, может где-то что-то там будет, какая-то кнопочка, я не знаю. Какая кнопочка? Может там внутри, где-то вот там, где ты куда отправлялся. Сюда. Ты поищи, может там что-то будет, Жек. Может там что-то будет. Ты что, не помнишь? Ага, тут какая-то дверь. Нет, не работает, не так работает. Дверь тут вообще ни при чем. Вот поищи, может где-то тут... Вот ты что, не помнишь, Жек, вот тогда тебя в подвал запустили, помнишь, в этом ресторане? И выпотрощили, ну это не важно. Такого я не помню, такого не было. Самое главное, ты нашел в этом подвале какой-то важный элемент для того, чтобы выйти на улицу. Жека, ищи, может где-то вот тут... Так отпой, ёкарный ты бабай. Где-то сундуки какие-то спрятаны, где-то вот что-то может, где-то вот тут. Ну открой глаза, Жека, открой глаза, мать твою, глаза открой. Понял. Все, давай, Жек, давай, на улицу. Я тут калаш сейчас проснется и всем плохо будет. Давай, Жек. Сейчас. Да, от калаша надо срочно убегать. Не, ну меня-то калаш любит, как бы, что? Давай. Так. Это все калаш! Калаш подстроено! Все подстроено, нехорошо. Да, все подстроено. Так. Стул. Так, тихо. Отлично ты. Опа, хачапури. Кирилл! Нет, красный, смотри, прям Кирилл! Как Кирилл! С красными глазами! Интересно, почему? Но я не это красная, а Кирилл всегда ходит в красной одежде. Хачапурчик! Жека! Иди сюда! Все, убегаем! Да какие убегаем, Жека! А еще хачапурчики! Какие убегаем? Нельзя убегать, Жек, нельзя убегать! Обратно давай, обратно, ты биту забыл! Застряла! Жека, ты биту забыл в ресторане! Давай, обратно! Все, я Ищи биту! Там, да какую там... нахрен биту? За холодильником! Ищи. Нет, за холодильник. А, где же за холодильник? Ага, бита, ну все, бита. Сейчас Жека, предыстория, покажу. Точнее предыстория, а что было там-то, помнишь? Они Кирилла-то побили, а Юлю выкрали! Точно! За Юлю! Юля, у них же, отомсти, давай. Все, минус еще один хачапурчик. Давай, вот так, калаш тут... Так. Да, хорошо. Калаш так, тут всякие ловушки настроил нехорошие. Отлично. Плохой калаш, на самом деле, реально. Плохой человек тут. Настроил всякие ловушки, да. Ловушки, чтобы в Жеке сложно было проходить. Это собака, я тебя ненавижу, Эдисон. Подожди, я причем твоя днюля же.
кухню. Позвал меня тут на днюху с этим кавашом. А то есть я виноват, да? Да. Так, всякие ловушки непонятные какие-то. Так, все хорошо. Ай! Ёбля, что тут ошиблось? Тут кто-то что-то ошибся. Тут неправильно было. Эдис, ты заколебался! Ну хорошо, ты пэкнись, ты пэкнись. Калаш. Калаш. Давай. Давай, Жек, давай. Все, я попрыгал. Калаш сейчас проснется, будет хапа. Плохо. Давай, Жек, давай. Так. Слышь, братан, подходи сюда. Сюда, братан, подошел сюда. Вася, Вася, подошел сюда. А что меня тычет? Они меня тычет. На вы со мной разговаривай. Вася, они меня тычет. Сюда. Вы, он меня, они меня тычет. Они сейчас чаще побьют и вообще шконку твою разорвут на клочья. Это Юля, да? Юля. Я не знаю, как ее зовут. Твоя девка, да? Выкинь биту. Да, моя девка. Биту выкинул. Биту. Сюда подошел. Ладно, все, я хачапурчиком отдам. Хачапурчиком он выкинул. В общем, мы тут выяснили, ты у нас майнкрафтер, да? Вот этот, ютубер вот этот, снимает там бабло, да, лопатами гребет. В общем, у нас тут приложение есть для тебя. Приложение, понимаешь? Приложение. В общем, мы тут ресторан новый открываем. Шашлычная дяди Стефана. Дядя Стефан, шашлычная. Ага, хорошо, да, по всей да. Москве сеть магазинов открываем. Вот Black Star Burger, знаешь? Да, знаю, Black Star Burger. Наш чувак, мамой клянусь, поднялись с нуля, шашлык мне в задницу. Поднялись с нуля, сейчас все его знают. Знаешь, Black Star Burger, был там, хавал, да? Да. Хавал, мы же влог твой видели, хавал. Не подходи, они там злые, лучше сюда подойди. Ну, в общем, братан... Ну ты нашу схему, походу, выявил, да, выяснил. Вот твоя девуля, Юля, это мы за всем стоим. Кстати, шашлык можешь попробовать, шашлык-машлык. Вот. Нет, спасибо, я что-то не хочу. Да попробуй, шашлык сзади. Ладно, всё вкусно, очень вкусно. Нормально, попробуй. В общем, такая вот схема. Ага. Будешь рекламить нашу конторку, шашлычная дяди Стефана. Хорошо. А мы крышуем отаду я. Тебя... Какие такие реально есть? Крышу... Я не перебил. Мамой клянусь, крышуем тебя и тёлку твою. Вообще-то девушку, давай вот по-нормальному говорить. У нас на родине в горах тёлка говорится. Ну ладно, хорошо. В общем, рекламишь нашу контору и Стефана. И тёлку твою в покое тебя тоже... Процентов 30-40 все нам, а тебе по носу ничего не прилетит. Все 100% нам, а тебя не тронем, а все просто крышуем. Не-не-не-не-не-не, я не согласен, как бы давай мне 100%, я бы хотя бы 90% июля все это, да, я ухожу. Ты с нами что торговаться будешь, ты понимаешь, кто такой Стефан, ты понимаешь? Мы этого Блэкстара твоего с нуля подняли и тебя подняли. Давайте нормально договоримся, как бы я вас ролик разоблачения запишу, все, не будет у вас шашлычной там вашей машлычной. Так что давайте Юлю еще и... Братан, ты вообще понимаешь, кто бы такие с кем-то связался, а? Ну мафия вообще московская, понимаешь? Так ладно, я тогда просто ухожу, да? Иди сюда, подошел, волосами на груди клянусь, поднимем с нуля. И вот просто рекламу каждый день будешь... Не согласен. Да, все же требуется. Три прирола в одном видосе, и все. Меня подписчики убьют за такое, нет. Ну все тогда, ну ты там думай, Юля у нас тогда останется, а ты там думай, как хочешь. Ты смотри, а то мои люди смогут найти тебя рано или поздно, дрюки-дрюки и все. Канал твой наш. Так что, выгодное приложение, выгодное. Понимаешь? Нет, я не согласен. Да, не согласен. Я оставляю Юлю, может быть, она там вас будет поразвлекает. Так, я пошел. Спасибо большое за ваш за визит. Кнопочку не поставил. Ну ничего страшного. Можно, в принципе, на сосисках подняться. На сосисках нет. Какую кнопочку? И сюда подошел. Ага, кнопочка, сюда, сюда. Какую кнопочку? Шампур мне в задницу. До свидания. Сюда подошел. Вот и Стефан стоит, вот забирайся, и Стефана тоже. Ой, какой-то трус у тебя, пацан, Юля, трус. Но мы еще его найдем, люди мои найдут, убьют нафиг. Не я, люди мои. Калаш, на меня работать, понимаешь, я выгодное приложение. О, нет, Black Star. Ну хорошо, Жека, ты там подумай, я всегда на связи, хорошо?
Хорошо, хорошо. Ты меня рекламишь, я тебе... Пиздюлей. Ребят, шашлык Стефана. Крутые шашлыки. Покупайте. Шашлык дяди Стефана, приходи, кушай. Да, да. Хотел сказать, умирай, но... Короче... О, наворовал, смотри, наворовал. Ребята, на этом мы, наверное, уже будем заканчивать, да? Но, не забывайте то, что мы сказали, чтобы вы заходили, подписывались на наши странички в Инстаграме. А где ссылки, Жека, где ссылки? А ссылки знаешь где? Я тебе скажу, где они в описании, ссылочки в описании. Вот, хорошая мысль, Жека. Поэтому заходите, подписывайтесь как можно быстрее и ставьте огромный палец вверх, если ждете новую серию троллинга. Чем больше лайков, тем быстрее она выйдет. Да, и пишите ваши комментарии, ребята, мечтаю абсолютно каждый ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Мы будем очень рады. Да, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания!